Здравствуйте, всем привет из Новосибирска. С вами Лариса, и сегодня я буду печь овсяное постное печенье с изюмом и курагой. Нам для этого понадобится мука 3 стакана, разрыхлитель 10 грамм написано, вот у меня как раз. 0,75 стакана вот хлопья овсяные. Ванилин на кончике ножа, сахар, как всегда, около 50 грамм. Растительное масло по рецепту 10 столовых ложек. Ну, получилось вот так, я не знаю, ну, чуть поменьше полстакана. Стакан воды, просто чистой. И, в общем, все. И у меня вот курага, изюм по 100 грамм идет. Все подготовила. Значит, мы сейчас муку, разрыхлитель, все сухое, все будем сюда замешивать. Написано, что если сильно густо, можно будет чуть-чуть водички добавить. Ну, посмотрим, что из этого получится. Так, мука, хлопья, ванилин. Так, и все это перемешать. Потом будем вливать водичку, растительное масло, вода. Растительное масло и сахар. И все. Теперь будем вмешивать тесто. В самом конце уже мы будем добавлять вот эти вот наши ингредиенты. И, в общем, все. Потом будем делать колобочки из этого теста. Чуть-чуть приплюснуть, и получится такие печеньки. И выпекать. Я стараюсь все несложные рецепты такие, самой, чтобы не возиться много. И людям, чтобы было попроще. Немножечко водички я подбавлю. Чуть-чуть. Тут у меня из-под сахара стаканчик. Оно такое липкое получается, плотное тесто. Сюда заметим, то это и все будем разминать. Но оно будет так и будет липкое, его только ложкой надо будет, наверное, мочить руки и эти шарики делать мокрыми руками, потому что тесто очень такое липкое и густое. Буду брать тесто так вот, мокрую ложку окунать вот руку. Водичку рядом поставила. Ну, вообще катается. Вот шарик буду катать. Вот. И чуть-чуть приплюсну. Все. И вот такие вот печеньки буду уложить. Ну, все. Вот получилось у меня. И полностью лист. Вот две маленькие вообще отдельно еще поставила. Ну, духовку я разогрела 180 градусов. Сейчас поставлю, ну, по рецепту около 25 минут. Ну, тоже буду смотреть. Там будет видно. Так, ну вот, мое печенье спеклось. Получилось ровно 30 минут. Вот оно у меня, лист. Сейчас буду ложить в вазочку. И все. Очень горячий. Я его еще даже не остужала. Пока горячий. Много получилось из этой порции. Очень даже, я считаю. Они такие пышные вышли. Ну, в общем, вот так. Ну вот,
В общем-то и все. Видео закончилось. Всем приятного аппетита. Кушайте с удовольствием. Не поправляйтесь никогда. Смотрите мои свежие видео с новыми рецептами. Всем пока-пока.